Идем с Сашей передавать привет от Алинки морю. Сегодня прям тепло, 11 градусов тепла. И нету ни ветерка. Море такое спокойное. Сегодня отвезли Алинку, повезли на вскрытие в Саки. И будет решаться вопрос, где будем хоронить, здесь или в Мурманск повезем. Сын прям очень за то, чтобы в Мурманск. Я даже уже и не знаю, прям совсем у меня голова не работает. Один факт у меня, что нет у меня больше дочери. Умный, красивый, добрый. Всегда готовый на помощь прийти и словом, и делом. Теперь ее нет. И ничего не исправить, и ничего. И ничего не сделать. Берегите себя, мои дорогие, и близких своих. Друг друга берегите. Потому что наступает такой момент, и все. И все эти дурацкие ссоры, ревности, какие-то семейные разборки, все это такое.